Отборочный тур. На ближайшем столе Сергеенко Николай и Свиридов Евгений. На дальнем столе Гирис Юрий, занявший на турнире впоследствии в конце турнира второе место. И Гаспарян Михаил. Что я сказал? Понятно, да? Савинов Александр и Загзун Владимир на ближнем столе, на дальнем столе Сергеев Константин и Гаврилов Георгий, восходящая звезда Ютуба. А вот Хлопчук Станислав против восходящего талантливого игрока Никонова Павла. Шульгин Никита против Юшина Николая, город Псков. Thank you.
И снова Гири с Юлей экзаменует Михаила Гаспаряна. И вот он, момент финальной встречи. Гилязов Роман сумел в финале обыграть Гириса Юрия со счетом 3-1. Ты что там сопля, что мне делать? Конечно, попал. Вот, иди сыграй. Работай, просто.